Միացել եմ ես արդեն Մոսկվան, Մոսկվայից այսօր կլսենք ճարտարապետության միջազգային ակադեմիայի պրոֆեսոր Անդրեյ Իվանովին. Добрый вечер, Андрей. Добрый вечер. Երևանյան թաղավարում Ալեքսանդր Թամանյանի անվան ճարտարապետության ազգային թանգարան ինստիտուտի տնօրեն Մարկ Գրիգորյանն է, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, ես նախկին տնօրենն եմ, ես արդեն տնօրեն եմ։ Հավիցի։ Իմ մտքով ուրեմն ինչ-որ մի բան անցել է։ Андрей, извините, мы немножко по-армянски тут. Да. Итак, для начала, Андрей, да, начинаем с вас. Читаю отрывок от предупреждения эксперта о культурном геноциде на территории Нагорного Карабаха. Вот отрывок. Анализ спутниковых изображений свидетельствует о сносе церкви, кладбища и целой деревни за последние 7 месяцев. Конец цитаты. Что надо предпринимать, Андрей? Это очень сложный вопрос. Угу. Честно говоря, у меня нет на него однозначного ответа. Угу. И у меня такое ощущение, что что бы мы ни предпринимали, с той стороны будут все равно продолжать вот эти вот действия, потому что там не слушают эту сторону. Угу. Я когда-то думал, что международная общественность, вот как бы... разные международные организации, типа ИКОМОСа, ЮНЕСКО и так далее, могут в этот процесс вмешаться и как-то вот приостановить. Но делали мы такие попытки, пока, по-моему, ничего не удается. Mm-hmm. Я не знаю, я в этом смысле пессимист, но я думаю, что чем больше мы все равно будем об этом говорить, тем лучше. На всех языках, и на русском, и на армянском, и на английском. Mm-hmm. Чем больше будут об этом знать в мире, тем, по крайней мере, будет как бы... Мы не защитим эти здания, но мы создадим, по крайней мере, какой-то информационный фон в мире, что как дальше продолжаться не должно. Насколько вы знаете Нагорный Карабах, Арцах по-армянски? Да? Я не то чтобы очень хорошо его знаю, я был там, я сегодня вспоминал, я был там всего 3 раза. Ага. 2 раза долго, и 1 раз мы съездили специально в Дадиванг за несколько дней до того, как закрылась эта северная дорога. А так я жил в Степанакерте первый раз в 2012 году, наверное, неделю, и второй раз в 2021 году, тоже, наверное, неделю. И ездили там, конечно, по всем монастырям, и, в общем, видели, как живут люди. Первый раз я был в Шуши, а второй раз уже не был там. Вот так я его знаю. Ну, я читал много о нем. Знаю людей оттуда. Хорошо, сейчас... Мы подключиться к нам Марк Григорян. Марк, дело в том, что Азербайджан запрещает свободный и независимый доступ прессы в регион. Археологи, антропологи полагаются на спутниковые снимки для отслеживания атак на сотни важных объектов армянской культуры и духовности. Как долго может это продержаться так? Ой, к сожалению, я и как Андрей тоже пессимист. Mm. Да, к сожалению, когда мы говорим, как долго может это продолжаться, до тех пор, пока все не будет стерто с лица земли. Mm. В буквальном смысле. Я абсолютно не понимаю, зачем это делается, потому что есть не только фотографии, есть не только множество книг и документов, uh-huh. есть видеозаписи, есть, наконец, компьютерные 3D представления о том, что сейчас уничтожается. Кстати говоря, я должен сказать, что церковь, о которой пишут эти эксперты, это Шушинская церковь Канач-Жан, угу. в которой я крестился. Что вы говорите? Да. Теперь вот я абсолютно не вижу никакой рациональной базы в этом. Потому что в начале 21 века вот все уничтожить, а потом сказать, армян здесь никогда не было, это бессмыслица.
это глупость. И, к сожалению, вот я и как Андрей, я не знаю, как бороться с этим идиотизмом. Да. Андрей, скажите, а почему азербайджанцы так нацелены на Шуши, на его историю? На Шуши? Угу. Ну, потому что Шуши это действительно, как они считают, это колыбель азербайджанской культуры нового времени. Mm. И, насколько я понимаю, в 19 веке при примерно равном соотношении населения армян и мусульман в этом городе, там действительно проживали самые образованные представители азербайджанцев, тогда их называли по-другому. Mm-hmm. И там родилась действительно вот как бы слово азербайджанская культура, но она родилась там не сама по себе, а в некотором таком взаимодействии с армянской культурой. В общем, mm-hmm. если признать утверждение азербайджанцев, что Шуши – это колыбель их национальной культуры, то, наверное, понятно, что у них к этому такой интерес. Mm-hmm. Это правда, это так и есть, насколько я понимаю. Но почему при этом нужно уничтожать другую половину культуры этого города полностью? Вот это как раз я, как и Марк, считаю, что... Я думаю, что это проявление слабости, как это ни странно. Вот они победили, да, но при этом не чувствуют себя сильными, потому что иначе вот такие вещи делать не нужно. И правильно, культура Шуши задокументирована прекрасно, есть много книг и много информации о многослойной культуре этого города, она, конечно, не односторонняя, что сейчас пытаются там сделать как-то, да, вот та сторона. Вот я добавлю к тому, что сказал Андрей, что на самом деле в Армении обычно не говорят, знаете, вот нет такого нарратива в Армении, что Шуши не является важным в культурном отношении городом для Азербайджана. Но при этом нужно сказать, что Шуши является очень важным в культурном отношении городом для Армении и армян. И на самом деле вот это могло бы, знаете, повысить и отношение к Шуши, и сделать, вот, знаете, этот город, показать его истинную значимость. То есть политическое значение этого. И политическое, и историческое, и культурное. Ну, я не знаю, вот я скажу только один факт. Рафаэль Исраэлян, архитектор, которого считают гением советского модернизма в Армении, mm-hmm. родился в Шуши. Mm-hmm. Вот, он... извиняюсь, нет, он не родился в Шуши, но он коренной шушинец. Самвел Сафарян родился в Шуши. Mm-hmm. В Шуши родился... Саркисов, архитектор, который потом много строил и в Тбилиси, и в Баку. Так что, знаете, я вот говорю только об архитекторах. Я уверен, что такие же списки могут вот немедленно назвать вам и музыканты, и писатели. Это город, который был очень важным в культурном смысле для всего Кавказа. Mm-hmm. Все. Андрей, нападения на армянское наследие были охарактеризованы ведущими учеными как культурный геноцид. Вы тоже так считаете? Культурный геноцид. Ну, да, наверное, с этим можно согласиться, к сожалению. Большому, что, в общем, почему-то там это происходит сейчас в наши дни. Но это не первый случай, это как бы повторение того, что уже происходило много раз, и Нахичевань, и, собственно, в том же Шуши в 1920 году, когда была уничтожена вся армянская половина города. В общем, это продолжается с века в век, можно сказать, к сожалению. Ну, то, что это происходит сейчас... Буквально сейчас, в 2024 году, на наших глазах, вот это вот угу. очень странно. Кстати, все это является нарушением ноябрьского постановления Международного суда. Недавно. Да, да. И что? Это является также нарушением
очень многих, я не знаю, элементов, частей, статей и тех пактов, которые Азербайджан заключил с ООН. И это полностью нарушает все, что значит, декларирует и делает ЮНЕСКО, членом которого является Азербайджан. Ну и что? Мы видим, вы понимаете как? Мы сейчас переживаем огромную страшную трагедию. Трагедия заключается в том, что на глазах у всего мира и на глазах у бездействующего мира изгнали все население Арцаха со своих земель. Абсолютно, знаете, вот просто взяли и изгнали. По всем параметрам это называется геноцид. Никто не отреагировал. Ну, так сказать, отреагировали, конечно, институт Лемкина отреагировал, там еще некоторые. Была на этой реакция ООН? Даже если и была, это была какая-то несчастная, вот такая тихонькая реакция, о которой стыдно говорить. Была реакция США на это дело? Что сказал Евросоюз об этом? Это, знаете, это позор не только для Азербайджана. Это позор для всего цивилизованного мира. После вот этого настоящего геноцида идет второй этап – уничтожение следов. К сожалению, мы вот опять-таки видим это и видим, как это все вот, так сказать, происходит в таком молчании разных сторон и разных людей. Вот действительно, группа экспертов, которую вы цитировали, да. Институт Лемкина, да. Кто еще? Да. Андрей, армянское присутствие на Южном Кавказе, по-вашему, насколько изучено? И какое это значение имеет сегодня? Ну, все, наверное, знают, что богатые армянские предприниматели в конце 19-го, начале 20 века очень активно застраивали с помощью армянских же архитекторов и армянских мастеров-строителей такие города, как Тифлис и Баку, и потрачены огромные деньги, и выдающиеся общественные здания до сих пор служат там людям, построенные армянами. При этом даже состояние армянских памятников в Тбилиси сегодняшнем, оно, к сожалению, совершенно неудовлетворительно. Очень много разрушенных церквей, пустующих. Некоторые просто стоят в руинах. Очень мало из них отреставрированы. Как, может быть, единственная только церковь Сок-Георг, который участвовал Рубен Варданян в реставрации ее. Остальное так, к сожалению, не проявлено сейчас. И это даже Тбилиси. Я уже не говорю о том, что происходит в Баку. Там это просто опять след. Он не то чтобы полностью стерт, но он затемнен. Как бы, да? Мы не можем там прочитать ничего про то, что в этом городе жили и работали и строили армяне. Вот такая вот коллизия печальная происходит. И многие говорят, жалко, что они тратили свои деньги не на свою собственную столицу, не на Ереван, а вот на эти города. Ну, а что было делать, как бы, да? Ереван был маленьким, не очень ярким городом, и, наверное, тратить деньги было приятнее в больших, процветающих столицах. Но вот сегодня эту мы имеем картину, надо объяснить Марк, как бы, да, сложную, что и там. Армянское наследие в очень плохом состоянии, но оно, к сожалению, в плохом состоянии и в самом Ереване. Да, и знаете, вот. Я снова согласен с Андреем. Просто хотел бы добавить, что есть книга архитектора Эдмона Тиграняна, которая как раз описывает строительную и архитектурную деятельность армян. Ну, тогда это называлось Закавказье, сейчас это называется Южный Кавказ. Книга для своего времени была хорошей. Это первое и пока что единственное такое серьезное академическое исследование деятельности армянских архитекторов.
Но эта книга уже немножко устарела, и, конечно, это исследование нуждается в дополнениях, в объяснениях. И на самом деле это можно сделать. И еще, вот действительно, я хочу добавить к тому, что сказал Андрей. Если мы возьмем условно 1900 год, значит, в Баку добывали деньги. Там добывали не нефть, да, там добывали деньги. Этих денег было много. Эти деньги нужно было тратить. Их тратили в Тифлисе. Тбилиси тогда назывался Тифлис. То есть там строили большие доходные дома, там строили театры, кинотеатры, там развивали искусство для того, чтобы нефтепромышленники из Баку могли бы вечером сесть в поезд, утром выйти на станции Тбилиси, получить, так сказать, свою порцию удовольствий. Назовите главного, Монташева. Конечно, конечно, Монташев, ну, Монташев был даже шире, да, у него масштаб был шире. Тбилиси тогда, в этом условном 1900 году, был центром армянской культуры. Вот тогда у армянской культуры были, ну, два, может быть, три центра – Тбилиси и Константинополь. Почему может быть, да, это вот Петербург тоже, Петербург и Москва имели очень важное значение. И понятно, да, что вот деньги вкладывались туда. Ереван тогда был провинциальным маленьким губернским городком, но внимание к которому они, естественно, не оказывали, потому что он был в стороне, Ереван вообще был в тупике тогда.